Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сегодня мы с вами выполним задание Lesson 27, урок 27, Exercise No. 4, упражнение 4. Организуй спортивную тренировку для одноклассников. Например, Let's play football. Давайте поиграем в футбол. Мы будем использовать слово let, которое переводится как позвольте или давайте. То есть побуждение к какому-то действию. Итак, давайте сыграем в хоккей. Let's play hockey. Давайте сыграем в баскетбол. Let's play basketball. Давайте сыграем настольный теннис. Let's play table tennis. Итак, let's play hockey, let's play basketball, let's play table tennis. Задание выполнено. Мы использовали выражение let's. Если вам понравилось наше видео, то смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.